Так, доброе утречко. А, это что за фигня? Василий, что с тобой? Василич? Ты... Лёха. В смысле, Лёха? Доброе утро. В смысле, доброе утро? Василий? Доброе... О. Доброе утро. Василич, доброе утро. А это что за фигня? Это, ну, как тебе объяснить? Я не знаю, как есть. Попытайся как-нибудь, по крайней мере. Знакомься. Снорксилич. Снорксилич? Да это, по-моему, какой-то крысилич. И что, он в канализации где-то живет? Вообще, какого фига он здесь делает? Это неудачный эксперимент. Ну, я заметил, что удачного в нем очень мало. Мне кажется, если бы меня родили таким, я попросил бы, чтобы меня убили, наверное, чтобы остальные не видели эту... Что с ним такое? Не умеет разговаривать. Он не умеет разговаривать? Ну да. Еще бы кто-то время бы свое тратил, обучал бы его разговору. Ну, может быть, он добрый, по крайней мере, да? Не... Я не буду к нему подходить. Почему? Ну, он очень интересно выглядит, по крайней мере. Он очень странно выглядит, Василич. Так, Василич, подожди, а мы где, собственно? Мы в какой-то канализации, судя по всему, да? И как мы здесь оказались? Мы пришли вот этого Крисилича, Снорксилича наведывать, видимо. Я не помню. Я тоже мало что помню. Так, наверное, нас ждут какие-то великие дела. Кстати, Василич, здесь заперто. Я не знаю, у тебя же есть стальные зубы. Ты можешь как-то замок открыть? Подожди, а лом там дальше лежит. Значит, здесь, подожди, здесь должно что-то где-то быть. Однозначно. Постоянно же кто-то что-то берет, оставляет. О, я пистолет нашел. Отлично, в шкафчике лежал. Офигеть. Да вообще неплохо, и тут лом лежит. Подожди, перед тем, как мы пойдем дальше, может быть, я не знаю, прекратим его страдания, может быть, его убить? Хотя он добрый. Он по-любому еще крыс ест, а вдруг он станет королем крыс потом? И он будет на нашей стороне. Представь, у нас будет какая-то жесткая заварушка, и придет он со стаи крыс и поможет нам. Ладно, братан, мы тебя здесь оставляем, не будь как крыса, главное. Мы пойдем дальше. Пойдем. Не будь крысой, на встрече приключения. Вот здесь и автомат есть, извини, я тебе ничего не оставил. Но ты же знаешь, что появляется у меня, появляется и у тебя. Я не знаю, как это работает, потому что мы с тобой, видимо, братья там по разуму, разному и так далее. Это не так работает. Это не так работает? А, тебе, видимо, теперь не Микро Василич, а Крысилич приносит вот это вот все дело, да, Снорксилич? О, смотри, здесь ящички. О, нямка. Еще нямка. О, подожди. Давай им это оставим, подарочек. Ребят! С Новым годом! Красиво. Да, красиво. Ой, мне кажется, кто-то из них даже голову дома забыл. Так, и что кружка. Нам? Кружка? Ты хочешь ему отнести? Нет, мне кажется, ему маловато она будет. Опа, нифига себе, как ты постоянно это все дело находишь. Так, здесь все заперто. Так, а может быть это нормальные какие-то парни, что они просто пообщаться хотели? Здорово! Не, что-то этот не похож на нормального. Нифига себе он. Да ты обалдел, что ли? Чуть за ботва такая, ты явно не местный какой-то. Так, о. Там дверь открылась. Странно, что она открывается при помощи пульта. Тебе надо? Тебе ничего не надо? Ну ладно, хорошо, себе все заберу. У меня есть автомат, у меня есть пистолет. Я не знаю, кто вообще раскидывает все в подвале. Может быть, это Снорксилич наш постарался? А может быть и нет. Я... Отлично, нифига себе, ты молодец какой. О, а кто здесь коробки понаставил? Это, наверное, Снорксили за то, что мы его не убили. По-любому он нам ништячки принес такой, типа, вот, пожалуйста, ребят, спасибо, что не убили, так сказать, я полезный, говорит. Подожди, сверху, видишь, бочки? Блин, я думал, это как-то падать должно было. Взрывай!
Нифига себе, здесь у нас передряга. Связался с лучшим, умри как все. Это я сейчас сказал, сказал бы сейчас Крисилич, если был бы с нами, надо было с собой взять. Он не умеет разговаривать. Ну, у него всякое бывает. Так, видимо, что-то надо нажать. Так, вот здесь что-то... А, подожди. А, лестница. Нифига себе, нафига закрывать лестницу? А, да? Надо тоже. Блин, ненадолго хватило. А морфинчик-то неплох. Подожди, здесь реально кто-то... Я тебе говорю, это его крысы здесь все раскидывают. Тут просто целая куча патронов. У тебя есть дробовик? А у них был дробовик? О! А, то есть он у тебя, да? Ну ладно. Так, зашли внутрь и ищем. О! Здорово! Здорово, мать! Как дела? Ё-моё, нифига себе здесь! Отличный выстрел, мать! Давай, ребят, валивай их! У меня патрончики начинают заканчиваться. Они когда-нибудь кончатся? Они уже кончились. Лёх, я так понял, понятие «тихая война» — это не для тебя, да? Ну, что значит «тихая война»? Ты хочешь, когда стреляешь, молчать, чтобы впитывать, так сказать, их всю боль, которую мы им доставляем? Нет. Ну, спасибо, что ты забрал все патроны, конечно, огромные. Ну, ладно. У меня пистолет. А, у тебя пистолет? О, смотри, нам Крисили здесь еще ништячки походу оставил. Он хороший. Он реально хорош, он ходит, нам ништяки оставляет. Так сказать, оставил за все. Блин, опять у них дробовик не нашел. Подожди, а... Стой. И как? А! Какая-то странная фигня. Я ничего не понял, но было очень интересно. Так, я пойду вот в комнату левее зайду. Здесь окошечко подразбито. В головушку стреляю, Крисилича, я вспоминаю. Можно я дробовик найду? Снор, Крисилич, а там дробовик. Где? Вот, все у тебя. А, отлично! Замечательно, у меня теперь есть дробаш. Ой-ой-ой. Взял дробаш и фигаш! Фига, как ты их раскидываешь. Молодцом славусь недаром! Двух мух с дробаша одним выстрельганом. Ударом. Ну да, ударом, но правда это выстрел был. Не важно. Я чую мощь, которая приходит ко мне. О, револьвер. Подожди, я нам... Чё опять за комнаты смочу? Чё за люди? Может быть они мочу землю земную собирают? Может они для этого собираются здесь? О, да, вот эта штука однозначно пригодится. Ты, главное, меня не взорви. Не хотелось бы, если так, по чесноку. Ты пытаешься взорвать мочу? Так, все, отлично, я себе набрал. Во! Вот это ты голова! А, подожди, во вторую надо было закинуть. Ой, я не попал. Я первый попал. Так, а если в эту воду попасть, мне кажется, это добром явно не закончится, да? Поэтому я не хочу туда попадать. Так, я жду тебя на этом берегу. Я бы сказал бы кисельные берега, но это не кисельные берега. Не молочные реки. Мочочные реки, разве что. О, смотри, Крисилич нам опять ништячки оставил. Фига он молодец какой. Да, не зря вы его завели.
Надо было тебе достать. О, подожди, здесь эти есть. Наверное, сейчас эти попрут. Однозначно, мне кажется, попрут. Что? Уже? Да. Они даже не стреляют, эти штуки. Моя не стреляла. Да блин, да иди ты нафиг. Я ему ломом по голове, что раз пять щелкнул. На всякий случай. У меня в детстве погоняло было щелкунчик. Ё-моё, я сейчас... Я плохо себя чувствую, Васильич. Васильич! Что? Я сейчас все. Мне хотя бы перед... О, спасибо. Очень-очень плохо себя чувствую. Блин, они еще сверху идут. Да ё-моё! Так нечестно! Ой. Как это могло произойти? Нет! О, Снорксилич. О, здорово, Снорксилич. Так, а нифига себе, нам сейчас по новой просто туда брать и бежать. Ну. И он, видимо, что-то делает. Крысы притаскивают нас по запчастям, и мы снова оказываемся там. Ты об этом не думал? По-любому, вообще... по-любому. Он король крыс. Они нас таскивают по запчастям и собирают, что? Я вообще не люблю думать, ты забыл? А, ну да, точно, постоянно об этом забываю. Так, здесь снизу ничего нету. Хоть бы пистолет бы хоть найти. Фига себе, они нас... ты слышал, да, что-то где-то разбилось? Это было мое сердце. А у тебя нету этого лома? Блин, там этот был. Точно, есть же гранаты. Был же целый вагон гранат был. Так, замечательно. Буду гранатами тогда отбиваться. Василич, ты куда подевался? Я тут. Ты тут? Я тебя ищу. Я... Тут к ним бегу. Хотелось бы там какой-нибудь автоматик бы найти, что-нибудь в этом роде. Привет. Привет. Ой-ой-ой-ой! Так, у тебя пистолет, по крайней мере, есть, как минимум. Да блин, Васильич, отбегай! Спасибо. Пожалуйста, всегда обращайтесь. О, отлично, у меня есть автомат. Автомат, патрончики. Бидончики! Бидончик! Я тебя плоховато опять начинаю чувствовать. Так. Не кажется ли, там еще один был? О! Неужели мы это пережили? Мы ведь это пережили! Все благодаря Крисиличу! Так, здесь дверь, кстати, открыта. Может он... Да-да-да, сюда. Подожди, я пытаюсь найти еще какое-нибудь оружие, вот то у меня за оружие только автомат и гранаты. Ну да ладно, пока что для начала хватит. Чуть остальное у них отберем. Хотелось бы здоровья побольше. Очень странно, да, что нас действительно по кускам потом собирают крысы. О, гравити-пушка. Это уже неплохо. Подожди, нам... Ой-ой, кто? Ой-ой-ой. Ее, наверное, вот сюда надо положить. И что нам это дает? И что, можешь ее как-то вот туда влево закинуть, а как?
Подожди, наверное, туда надо что-то такое положить. Тогда что-то откроется или как это работает? Может быть, я что-то не догоняю в этой жизни? А, стой, и снизу нету никакого этого. А подожди, вот там я вижу типа что-то типа вентиляции. Не, ну это вряд ли вот так делается, конечно. Но мне такое чувство, что ее надо было сюда ложить и... Ну здесь нет никакого ни телепорта, ничего. И как это устроено тогда? А может сюда закинуть надо? Василич, отойди еще. Да. Что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А подожди, они... Блин, у нас здесь еще пожар начинается. Вообще замечательно. Нам надо... Подожди, я что-то... Я не могу понять. У нас тут все огонь. А-а-а! Она задвигается, да? Так, ладно. Спасибо, Красилич. Ты вновь собрал нас по новой. Ах, он молодец, надо его каждый раз с собой брать. Правда, больно, когда тебя по новой собирает, но да ладненько. Так. Я забыл, куда я вот сюда. Так, а... Осталось не умереть. Да, осталось бы еще сейчас где-нибудь оружие какое-нибудь достать и так далее. А то я, как говорится, вообще на нуле. Подруга, дай автомат. Или ты, братан, кто-нибудь дайте автоматик что-нибудь в этом роде. А то я не знаю, чем воевать. Ну ничего, я буду гранатами воевать тогда. Где-то же гранаты были. Да, кстати, вот здесь где-то они были, насколько я помню. Еще буду просто... замечательно, когда так. Ничего, сейчас я по новой соберу тебе... Там же, видишь, сам понимаешь, ты видел Крысилича? Представляешь, какими крысами он командует? Мне кажется, они по этой моче бегают. Это, возможно, даже и его моча. Чтобы просто никто не шел к нему. Выводите, так сказать. Я не знаю, как их назвать. Блин, точно автоматов нет? Не, нету. Ну да ладно. Так, отлично. Отлично. Ага. Я пришел. Хотелось бы найти что-нибудь. Так. Отлично, я нашел поезд. Садись, быстрее, Василич. Ё-моё! Страшно. Ты там чё, как? Упал с поезда. Упал с поезда? Ну, это всякая фигня бывает. Так. Вставай, Крысилич. Крысилич, спасибо тебе еще раз. Ты самый настоящий друг. Подожди, а поезд ведь он уже это проехал. Он же в начало-то уже не вернется. Мне так кажется. Как-то это не так, мне кажется, немножко работает. Может быть, нам его с собой взять? Может, у нас день поближе собирать будет? Сказать ему, братан, ты иди это, со своей там стаей. Крыс. Так. Блин, а ты, кстати, почти до конца доехал, дело прошлое. Угу. У тебя это почти получилось. Так, гранаты. Так. 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 А. Ага. О, здорово. Как ты здесь оказался? Ты ведь сзади меня был. Нет. Подожди, ну ты же... И чё? А что нам теперь делать? Поезд! Поезд, Василич, иди сюда. Мне кажется, надо это. Ну, ты сам понимаешь, что... Не-не-не-не. Ну, да ну... А, ну... понял. Твои да. Мысли, понял. Сейчас, погоди. А ты кто? А ты где? Ну, там, где поезд, и там, где это... Где вот эта ловушка была? А, все понял. Так...
Давай на счет три. Два, три. Усы. Усы? Не, не сработало, еще раз. Так, все отлично, Василич. Все, походу, сработало. Твое знаменитое бру-ру-ру работает. Да, замечательно. Так, что, давай? Давай. Давай. Это бочка. Бочки, бочки, с камнями мешочки. А чё, куда? О, ништяк. Фух, шикарно, Василье, шикарно. Как мне нравятся твои волшебные усы. Здесь аж смотри, у меня аж что-то подзагорело. Пердак мой, наверное. Так, сейчас нам главное не это. Нигде, не того. И откуда у меня оружие взялось? Это все в твои волшебные усы? Наверное. Отлично. Дробовик, патроны. Ты кто где? Нифига себе, я думал... Я, короче, думал, ты мне с дробаша просто по шарам дал, я аж испугался, блин. Прости. Думаю... Ты в сделку не входил. Да-да-да, думаю, нифига себе дела. Мне прям, знаешь, у меня аж искры из глаз, мне кажется, посыпались. Так. Хорошо, что ты сами глаза. Так, замечательно. Подожди. Я вижу. Отлично. Тут я понимаю, вот это у нас братство. Братство. Команда. Так, что, поехали, да? Так, надо везде все перезарядить, чтобы всегда быть наготове. Наготове. Постоянно приходим на все готовы. Это по-любому крысилищ нам мстит. Это он крыс натренировал и посадил в такие костюмы. Они на нас нападают. Он ставит над нами свои эксперименты. Эксперимент. А, вон, нам надо такую штуку найти. Эксперимент от крысилища. Ты понял, да, что нам надо найти? Вот, аккумулятор. Блин, он другой стороной стоял, он не был похож на аккумулятор. Ну, согласись, это не похоже на аккумулятор. Ну да. О, я поехал. Привет. Так. Тут кнопка. Да? Подожди, а... И чего, куда дальше? Влево сюда? А, думаешь, выше? А слева нафига тогда? А, не, сюда просто падать. На всякий случай, чтобы нормально все было. Коробочных дел мастер, Василион! Ты всегда любишь коробочки, как я заметил, да? Да, кстати, нормально так пойдет. Мне что-то кажется, нас там уже кто-то поджидает. Вперед. Ну, а ты себя вообще, смотри, плоховато, да, чувствуешь? Мне кажется, сейчас... О! Аптеку бери слева. Так, аккуратненько. Высматриваем всех. Блин, нафига я ее забрал? Я не знал, что она там будет. Блин, патроны. Сзади. Сзади. Комбайны в засаде. Так, иду на окружение. Вернее, на сближение. Я их нахожу. По попе даю. Умри! Блин, надо было тебя оставить. А, нет. Страйк! Вообще шикарно, да? Я прям в голове такой продумал. Прям только что увидел такой, смотрю, есть одна граната в гранатомете такой. Идеальный момент, идеальный! Идеальный, подумал бы Крысилич. Такой, ты забрал моих маленьких. Это у него летучие комарики, наверное, такие. Так, ты вниз уже пошел? Лех, нет. Стой, Лех. Ты где? А, вот. Я не употребляй мои носки, а? Что не употреблять? Носки. Носки? В смысле? Тебе штырит. Мне кажется, ты их употребляешь, не я. Так. Чё-то мне кажется, здесь какая-то заманушка. Тоже. Нушка, нушка, заманушка. Где катушка?
Где? Ой-ой-ой, подстава! Так, отлично. Мушка, мушка, заманушка. Там еще сбоку дверь открылась, походу. А, да? И чё? Пошли во тьму. Во тьме ночной при свете дня? Ой. Крысилич хочет съесть меня. Ты застрял. Влази, влази, Василич. Молодец. Все, мы пришли туда, куда хотели. Мы пришли в ничто. Мы ничто и мы нигде. В смысле, серьезно? Да, надо звать его. Крысилича. Видимо, звать Крысилича. Крысилич! 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 Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник, Максимус Чанл. Не обращайте внимания, что у него написано Куфус Ютуб, а потому что просто с другого ака зашел, потому что по-любому куча народу бы написала. Это у нас был такой, скажем, сегодня первый выпуск, пока что пробный, хотя я не знаю, в какой хронологии это будет выходить, может быть, и вы его смотрите уже там третьим, допустим, и так далее. Вот, как-то вот так вот, ребят. Если вам нравится шоу Хрипло, кстати, по-моему, неплохой выпуск появился, и получился, если бы не Крысилич, просто все украсил, так сказать. Крысилич теперь может разбавлять все. Да. Можно бы даже следующий выпуск сделать, назвать «Возвращение Крысилича». И, ребят, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Maximus Channel. Ссылочку найдете в описании. Ссылочку найдете в закрепленном комментарии. И не забываем поддерживать нас лайками. Ваши лайки реально помогают. Это не до Крысилич, это просто Василич. Вот, вот, ребят, все, подписывайтесь на меня, подписываемся на группу ВК, подписываемся на Maximus Channel, у него выходит куча классных теорий по разным играм, заходим, поддерживай меня, поддерживай его, подписывайся на меня, подписывайся на него, подписываемся на всех, быстрее все жмем, прям вот быстрее, быстрее, вот смотрите, как у него растягивается кофта, при виде ваших лайков, он такой, ну, он может лопнуть от ваших лайков. Все, на этом все, с вами был я, Леха Смертник, Maximus Channel, и это было... Шоу хриплых! О, видите, он как хриплые! Все, давайте пока всем!